Отце, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший Дюбе, сравнение Серафим, без искления Бога, Слово рушую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе! Сегодня совершалось в храме, часовне, в честь великомученика и победоносца Георгия, панихида по усопшим, всем православным христианам, которые погибли, безвинно погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Церковь всегда помнит о людях, которые безвинно пострадали, которые, конечно же, у которых были свои планы на жизнь, которые стремились еще, наверное, много чего сделать. Кто-то только начинал свою жизнь, и внезапно эта жизнь прервалась. Поэтому, конечно же, мы должны все, прежде всего, помнить о тех людях, которые безвременно ушли из этой жизни. Скажите, по вашему мнению, нужно ли чаще проводить подобные служения, может быть, один раз в год, этого мало? Ну, я должен вам сказать, что церковь, она не раз в год, она каждый день, и, может быть, даже больше, чем один раз в день, помнит и совершает панихиды по усопшим, среди которых есть те люди, которые, еще раз скажу, к сожалению, погибают в дорожно-транспортных происшествиях. И нам приходится участвовать и в отпевании этих людей, погребении. Это такая тяжелая миссия, потому что, когда, наверное, люди видят, к чему приводит, может, иногда бездумная езда, а может, иногда просто какой-то случай или неисправность автомобиля к тому, что погибают люди, наверное, мы больше и больше будем задумываться над тем, нужно ли ехать быстро по дороге. Нужно быть внимательным при переходе дороги и так далее. То есть много моментов, над которыми мы начинаем задумываться. Наверное, когда люди будут обращать на это внимание, хотелось бы верить, что будет меньше и меньше дорожно-транспортных происшествий, тем более тех людей, которые, к сожалению, в это время погибают в ДТП. Спасибо вам.